хорошо знает Балкин Митсу Сюнгмину, потому что, ну, хоть у Сюнгмина мало приемов, но все они сильные. Коршуном взлетает в воздух. Неплохой джагл. Попытка автоги. Попытка выйти на джагл. О! Попытка автогигнуть была, но и просто всосала Мицуруги в нее. Мицуруги начинает прессить. Но напих спасает пока. Еще немного напиха. Помахивается лаунчером. Очень не наказывает. Да, и... очень ансейфовый удар сделал Мицуруги. То есть можно было сильно наказать, убить. Ну да, там Сюнгмина может сделать только там свой лаунчер. Вот. Хорошую комбу делает Балкин. И забирает нижним ударом. Бой. Так. Аки Коршун взлетает. Опять немножечко напиха от Сюнгмины. Не знаю, что это было за комба такая, но было красиво. Было рандом CE, но плюс 12 нельзя влезть. Мы уже, типа, в прошлом раз уже как-то обсуждали, что плюс 12 нельзя. Автоги срабатывает. Хорошая комба. Лоудар. Еще раз антистеп. Лоудар. Неплохая комба. Балкин. Ай-яй-яй-яй-яй. Зажал около стенки и Мина просто ногой в лицо пинает самурая. Сможет ли очухаться наш самурай после такого насилия? Неплохое начало для Мицуруги, но Сюнгмин включает свой Soul Charge. Боже мой, что там жал Мицуруги? Боже, нажал, сейчас он воздух. Сюнгмин отказывается панишить эти приемы. Ой-ой-ой. Заканчивается Soul Charge, но у нее есть еще бар, и она его врубает. Что же будет? О, боже мой. И делает неплохую комбу и забирает. Бой был очень тесненько. Прочитал бой. Прочитал Сюнгмину, степнул ее нижний удар длинный и со степа забрал этот бой. За бой он, в общем, молодец, все правильно сделал, вот, но бой был близкий и, в общем, Аспа должен собраться и как бы. Не, ну это же наоборот интересно, когда бои близкие, прямо получается такой хайп возникает. Не то, что в одну калитку кого-то там выносят. Да, поэтому, как я показываю, это одинаково примерно равную по, в общем, по скиллу игру. В общем, молодцы, ребята. Интересно, ответный был напих от Мицуруги. Мина попыталась делать что-то свое. У стенки достаточно опасно. Мицу у стенки очень опасен. Опять засасывает и прям как пылесос в этот удар. Ой-ой-ой, промахивается. Полная комба. Мицу угадывает. И не блочит очень долгий нижний удар Сюнгмина и проигрывает первый раунд. Удар, ну тот удар, ну... В общем, это нормально, это нормально. Да, он тяжеловато блочится, хотя он и долгий какой-то, но как-то он блочится, вот, я бы не сказал, чтобы очень удобно. Ансейв, так, не наказал. Странно, что не наказал, этот прием очень быстрый. Возможно, дело в коннекте в каком-то, в задержке небольшой. Возможно, все, возможно, лаунчер. Промахивает Мицуруги своим Ри. Сюнгмина очень терпеливо играет, ей остается один удар до проигрыша. Ой-ой-ой-ой! Пожадничала Мина и, к сожалению, отдала тот раунд, хотя можно и было и выиграть. Да. Большой плюс там на этом синем ударе был, большое преимущество у Мины было на двух. Вот, ну да, это... Неплохая комба, вейк.
Сейчас у нас будет камень, ножницы, бумага. Угадывает Мицу. Особенность мины такая, что там у нее... Прыжочек. Она в прыжке находится. Это очень плохо для многих. Вот, наконец-то, рандом ЦЕшечка. Сейчас они почти сравняются по ХП. Практически. Да, но у мистера Руки еще один бар есть. То есть... О, включается луча. Очень вовремя включает. И не знаю, что Мицуроги там делал, и опять она ему напихала. В общем, напихала. Мина в игре все еще. Мина все еще в игре. Нижняя нагрела уже. Броню уже до желтого. Еще чуть-чуть, и может быть даже доведет до красного. Рандом ЦЕшечка. Наказание. Есть. Да, это, кстати, паниш. А это не. Миксует, миксует. О, опа. Ой-ой-ой. Ой. Ломает. Отлично. Убивай. Есть. Просто сломала Мицуруги. Вот одна из слабостей Мицуруги. Это играть без штанов. Ой, почему не слабость? Как раз для женщины, которая... делает хороший комбу с Little Hit'а. Немножечко лоу-ударов, тех самых сильных лоу-ударов, о которых я говорил, да, ими забирает второй бой. Вчастую, без